Кому и зачем нужны стримы? В первую очередь, стримы нужны это видеоблогерам для общения со своей аудиторией. Второй момент. Стримы нужны предпринимателям, которые хотят привлекать своих клиентов, либо инвесторов. Если вы начинаете делать свой стартап, а мы преподаем в школе венчур-акселератора, соответственно, если вы начинаете делать свой стартап, то стримы вам нужны для повышения квалификации и навыков общения перед публикой, перед аудиторией, потому что вы сейчас не знаете, сколько по ту сторону смотрит ваш зритель. И это очень важный навык, который прокачивается. Это скилл, который надо качать. Третий пул аудитории, для кого нужны стримы, для кого нужны публичные выступления, а это равно, стрим это равно публичное выступление, это менеджеры для авторитета перед своими коллегами. То есть тут понятно. Вам, вот поверьте, то есть если вы будете говорить, это очень круто. На камеру, в онлайн, на публику выступать, вы будете звездой компании. Это факт. Если вы учитесь в школе, то вы сможете выступать в КВН, и вы тоже будете звездой. Это всегда, 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 всегда люди любят тех, кто не боится публичности. Четвертый момент – это карьеристы. Карьеристы, которые занимаются продвижением и хотят выслужиться перед начальством, потому что, естественно, когда у человека есть яркая самопрезентация, когда он может не бояться, когда он может говорить на публику, это все очень и очень играет на его самооценку и продвижение по службе. Следующее – это эксперты. Различные эксперты для таких пламенных речей на конференциях и в онлайн. Перед, допустим, если у вас есть онлайн-школа, то очень часто есть эксперты, которые не могут связать 2 плюс 2. И это понятно, потому что нет навыка, нет скилла и нет прокачивания. Надо прокачивать навык, будет хорошо. И тогда вы сможете выделиться среди огромного количества онлайн-консультантов, экспертов, гуру там по продвижению, гуру там личностного роста. Вы будете яркая личность, поэтому, то есть вот я интернет-маркетолог и так выступаю. То есть, что вам мешает? У меня просто скиллы прокачаны из-за опыта. Дальше. Кому еще? Естественно, если вы или ваша знакомая, ваша жена, ваша подруга, ваш друг ищет работу, то навыки самопрезентации – это самое то. Это самое-самое яркое, потому что, когда вы приходите, вы продаете себя на собеседовании, и вы должны ярко себя презентовать. То есть, все реально понимают, что на собеседовании вы лучшая версия себя. Если вы не сможете себя там презентовать, то, извините, хорошей яркой работы вам тоже не видать. Это факт, потому что продать себя, это надо себя самопрезентовать. Тоже очень важно.